Сегодня, дорогие друзья, хочу показать вам работу разработчика Милоша. Циферблат для активных людей или просто тех, кто следит за своим здоровьем и отслеживает это с помощью часов Samsung или других каких-то часов, работающих на Wear OS. Данный циферблат разработан специально для этих целей, чтобы, взглянув на него, вы смогли сразу увидеть не только время, день, недели, месяц или число месяца, но и всю нужную информацию о калориях, пульсе, шагах, даже в режиме AOT. Циферблат выполнен в высоком разрешении. Время и все, даже самые мелкие детали на нем очень хорошо видны. Даже мне и без очков. Благодаря отличной прорисовке. На циферблате, дорогие друзья, мы с вами видим фазы Луны, причем в реальном времени, секунды и формат времени 12 или 24, также день недели, число месяца, ну и сам месяц, естественно. Что немаловажно, также есть кликабельная панель управления с ярлыками. Это очень удобная штучка. У нас есть калории, у нас есть пульс, количество пройденных шагов, панель заряда батареи и аналоговые секунды в виде размытой точки, что смотрится тоже интересно. В самом низу, дорогие друзья, мы видим с вами две области для выведения виджетов. И все это в целом создает действительно эргономичное, эффективное и очень удобное сочетание для использования данного циферблата. На этих часах, дорогие друзья, используется действительно огромная палитра цветов по изменению часов, времени, да, а также нашей панельки управления с доступными на ней ярлыками. Как вы видите, цветов очень много. Есть бледные, яркие, очень яркие. Также есть совместимые, или как они там, с гарниром. Короче, их очень много. Я думаю, что вы найдете то, что вам нужно. На верхней области с рисунком можно также изменить цвета. Их 10 штучек, и, как вы видите, они очень эффектно смотрятся в подборе цветов. Класс просто, мне понравилось, я выбрал свой. На панели управления две крайние области, кликабельные и настраиваемые. Туда вы можете поставить любой ярлык, который вас интересует. Также в самом низу, где у нас стоят виджеты, можно добавить любой из них. Если хотите, это может быть виджет приложения, либо все-таки какой-то задачи. В описании, дорогие друзья, этого видео будет ссылочка на пост. В этом посту будет очень много ссылочек, в том числе на телеграм-канал данного разработчика, его Google Play. Также будут ссылочки на промокоды на данный циферблат, чтобы вы могли бесплатно их все-таки себе скачать. Ну а вы были на канале SmartWatch. Подписывайтесь, не забудьте про телеграм, который я вам демонстрировал.